Всем доброе утро, мои дорогие мальчики и девочки. В общем, приехали в Social Security Office. Значит, так как я теперь гражданин, так как я теперь гражданин, мне нужно поменять мой social. Вот такой кирпичный, вот написано Social Security District Office. Заходим, вот здесь все бенефиты раздают. Прикиньте, ребят, пришли, они заставляют маски надеть. Джон сейчас так возмущался. Не получилось у меня снять. Ну, вот так. На стекле написано, вот, видите, ну, с обратной стороны. Маску обязательно. В общем, вот такие дела. Так выглядит офис, вот машина такая. Набираете, дает вам талончик. Сидите, ждете, пока вы смотрите. Смотрите, что делают. Они тут сзади драйвей моют с мылом. Видите как? Дэвид продолжает играть. Where you wanna go with daddy? Stay? Джон поехал за газом. Для вот этой машины, ну, которая Керхер или как называется, правильно. В общем, нужен газ. Поедет, его купит и будет мыть дом. Фонтан здесь устроил в моем лилейнике. Так, ему нравится с водой играться. Любитель. Видите, что делает. Хочу похвастаться своим обедом. Смотрите, такой молодого бойца. Помните, я вам говорила, купила консервы, ну, там, на всякий случай, если что случится, что были. Вот, значит, пинк салмон, розовая семга. Смотрите, какая. Знаете, попробовала, очень даже вкусная. И вот замороженные овощи у меня были. Что-то так захотелось, прям вообще. И уже стала есть, думаю, не, надо вам показать. А то говорите, что Ира ничего не ест. Вот ем. Затрахтел. Смотрите, что делает. Я вот мусор хочу вынести. Сейчас пойдем посмотрим, чем он там занимается. Все эти баки, видите, в пыльце. Надо сказать ему, чтобы тоже их помыл. Так, ну что? Вот, видите, у него какая машина. И вот мой дом. Молодец. Куст у нас распустился, девочки. Смотрите, какой красивый куст. Так мне нравится. И вот прямо у Дэвида в комнате получается цветочки. Здесь так громко. Good job! Yeah, you beautiful. I did the back too. А, you did? I did the front and the back. Сказал там, с той стороны тоже сделал. Super! So I just have to, I want to glue that when it dries, maybe tomorrow. This piece? Maybe tomorrow. Ну да, видите, отвалился. Piece, it's in the garage. Да, он хочет приклеить вот то, что нам сломали ландскейперы. All right. So now I can... Yeah, you're doing great. Good job. This, I usually get a ladder out and I go up here. I don't feel like that. Yeah. It's not not too bad. See the green? Yeah, I see. It's from the tree, right? Yeah, I usually get the... I go up there with the ladder usually. Ну, он говорит, что с лестницы обычно он лезет и там моет, но ему не... Сегодня ему не очень хочется. I don't feel like it. Yeah. I could always come back and do it another day. Yeah, you can do another day. Говорит, другой день сделает. Смотрите, девчонки, красивые какие, да? Но они так быстро отцветают, и все. И снова вот одни палки торчат. А так вообще мне очень нравится. Особенно из окна. Знаете, как красиво. Да. Так, а что, он закончил, что ли? Are you done here? No. No. No? Okay. All the way, at least until the front of the fence. Okay. And then if I'm good, I might do the side of the house. The back of the fence and the side of the house. Mm-hmm. And then I'll stop. Так.
So I take him to dollar store very quick. Ну ладно, пусть Джончик работает. Вот еще ему нужно малч разложить. Видите, вот этот забор какой грязный, да? Вот смотрите, сейчас, потом приеду, покажу вам, какой чистый будет. Все, вот эти тоже отцвели, девчонки. Азалия, да? Все. Вот я говорю, одна неделя и больше нет цветочков. Немножечко тут осталось уже. Красивые такие, мне не очень нравятся. Вот. Я босиком хожу по травке. Так классно. Супер. Ну ладно, не буду ему мешать. Пусть работает. А, ну все-таки вытащил лестницу. Говорил, не хочу, не хочу. Будет с лестницей мыть. Ну правильно, а что? Сразу за одну крышу помоет и все. Раз в год он это делает, ребят. Весь дом моет. И вот driveway, вот эту дорожку перед домом. Ну все, загудел. Слушайте, смотрите, как потемнело, ребят. Время еще, это 2:30. Look at this, David. Обалдеть. Туча какая идет, темная. Начинается дождик. А мы с Банечкой собрались. Ладно, поехали. Что нам? Yeah, take it, Bunny. Смотрите, что он тут настроил. Лего-город у него. Класс. Ну все, побежали. Let's go. Ребят, ну и дождь. Все промокло за 2 секунды, представляете? Только собрались, только вышли. Пожалуйста, вам такой дождь. Ну а что делать? No, they don't open anything. Поедем на дадиной машине, да, Дэвид? You have water. Окей, отлично. Отлично. Шлюпки завезли, девочки, кому нужно в доллар. Шапочки вот такие. Не думаю, может, Дэвиду взять? Нет, что-то не очень. Не очень. Yeah, you can take it. Смотрите, сколько шаров. Да, красивые тарелочки. Нравится мне. Ну, это видите, как все для вечеринок. Полотенечко красивое. Так, а это что? Скатерть. Тоже хорошая такая, веселенькая. Слушайте, надо взять. Пусть будет. Look at this. Что скажете, девчонки, да? Классно. А что, доллар стоит? Ну, вообще-то не доллар. Доллар 29 уже. Инфляция. Это еще тоже красивые такие. Тропические тарелки. Были бы настоящие, было бы круто. Ну, совсем они такие, знаете. Хлипенькие. С ананасиком. Тоже. No, just one, David. Окей? Ну вот тоже. Все для вечеринок, пожалуйста, вам. Трубочки. Смотрите, какая прелесть. Вот это я люблю. Дэвид, I like this one, okay? Look. Да, берем. Будет разукрашивать. Мне еще вот эта вся тематика очень нравится. Морская. Так, этот возьмем, якорь возьмем. И штурвал тоже возьмем. Можно, видите, самим отдекорировать. Класс. Да. Так, что еще можно взять? Я первый раз такие у них вижу, на самом деле. Классные. Релакс. Смотрите-ка. Да, за $1. А что возьму? Джончику в офис повесим, да? Я как раз хотела. Вот это тоже красиво очень. Одна последняя. Вот здесь вот с ракушкой. Да. Вот это возьму. Класс. Pineapple. No, pineapple we don't need it. Pineapple plate. Так, девочки, а что-то коробочек-то я и не вижу. Let's go, Dad. We need to find a little box. Блин, а где же мне коробочку-то найти? Для зубика. Мне нужна вот такая вот, ну вот, маленькая. No, we don't need it. No. Так, ну что, пока ничего не вижу. Let's go, David. Видите, для вечеринок. Для день рождения. Happy birthday. Мороженое принес мне. Squash, squash.
Классный такой материал, приятный.